Пока проводки снимаем, Жека заметил, что у этого гелика двери закрываются с таким же звуком, как в настоящем гелике. Здорово, братья. Здорово. Друзья, всем привет. Значит, что я понял? Что мы... Надо не стучать. Что мы продали все гелики, которые у нас были, и у нас нет нормального обзора. То есть что-то как-то так все быстро поехало, и мы не успели записать нормальный обзор на гелик. Есть видео, где мы этот гелик разбирали, показывали внутрианку, его всю. Видео можно посмотреть сейчас по ссылочке вот по этой. Но толковой покатушки и толкового обзора на этот гелик у нас не было тогда. И сейчас в этом видео мы этот косяк исправим. Погнали. Значит, Гелендваген в 12 масштабе. Производит его фирма MN. Модель называется MN86 RTR комплектация. Она бывает двух видов. Такая, как вы видите перед собой сейчас, это простая комплектация. Она стоит в районе 8-9 тысяч рублей. И есть комплектация, в которой идет уже багажник на крышу, всякие решетки на фары и прочее. Эта комплектация стоит, по-моему, на 1500 дороже. Мы привозили простые комплектации геликов, а в следующий раз, уже в следующем заказе, привезем и те комплектации, которые стоят дороже. Ориентировочно гелики появятся у нас в наличии к концу января теперь, потому что все, что было у нас в наличии, к Новому году сейчас разобрали. Это вот последний Гелендваген, и то он бэушный, тот самый, который мы катали, сделали на него скидочку в 1000 рублей и его тоже забрали. Также у нас есть опция для этих геликов, это герметизация полностью всей модели. Мы достаем сервомашинку, герметим и достаем плату и полностью герметим ее в специальной смоле. Данный способ герметизации гарантирует вам 100% защиту от воды, то есть модель в таком случае можно топить прям полностью, погружать ее по самую крышу, и с ней ничего не случится, она будет работать. В этом видео я хочу поделиться с вами опытом эксплуатации данных моделей, поскольку мой сын уже лично откатал порядка 10 аккумуляторов, и я покатал, и ребята покатали, и впечатления данной модели только лишь положительные. Те, кто давно смотрит наш канал, в курсе, что мы продаем у себя и рассказываем во своих обзорах всегда честно о моделях. Если модель не нравится, я говорю, что она говно. Если модель нравится, я говорю, что модель классная, топовая. Так, например, MN99S, который я прозвал королем бюджетных моделей, по праву до сих пор является королем бюджетных моделей, и это заметил не только я, а также другие блогеры. Подчеркиваю то, что эта модель за свои деньги очень-очень качественно и классно сделано, то есть модель стоит своих денег. В данном случае этот гелик в сегменте за 8-9 тысяч рублей также стоит своих денег. Это модель, которую можно рассматривать к покатухам как ребенку, так и взрослому, она будет интересна. Для ребенка здесь будет интересно то, что открывается все. Я показывал уже это в прошлых видео. Открывается капот, открываются двери. Открываются двери достаточно сложно. Для этого в комплекте идет такая специальная штучка синего цвета. Блин, с собой мы ее не взяли. Сейчас попробую открыть в руками. Опа! Открывается дверь, открывается багажник, опять же, открывается туго. Внутри в гелике есть полноценный салон красного цвета, правда. Ну, при желании можно его всегда перекрасить. Кстати, можно посадить туда водилу, подобрать его по масштабу. Мы пока не подбирали, потому что просто не было такой необходимости у нас. По ездовым характеристикам гелик прикольный, интересный, скачет, прыгает, проезжает везде, никаких проблем у него нету и по грязи, и по воде. Естественно, с герметизацией по воде. Комплектуется модель простой аппаратурой управления. Такая же аппаратура управления идет и на моделях MN99S. На модели есть настройка колес. Если модель у вас едет влево или вправо, я имею в виду, когда вы прямо хотите поехать, да, то вы этим триммером можете подстроить колеса, оттримировать их, чтобы модель ехала у вас ровно. Кнопка включения-выключения, колесико и курок газа. Все, больше ничего нету на данной аппаратуре. На модели установлен 380 мотор, 25 витков. Конструкция ходовой здесь довольно интересная. Мотор втыкается в коробку передач, в односкоростную коробку передач. Имеется слипер сцепление. Опять же, я просто повторяю все то, что уже было в видео, где мы разбирали этот гелик. От коробки идет кардан к раздатке, и от раздатки два кардана идут на передний и на задний мост. ГПшки большие, ГПшки металлические. ГПшки эти прослужат, я считаю, долго, да, и пока что ни у нас, ни у одного из заказчиков, который купил себе этот гелик, ни у одного из клиентов не было проблем с этим геликом. По ходовке все живо, все целое, и по электронике, кстати, тоже еще никто ни с каким отзывом к нам не обратился. В комплекте к модели идет аккумулятор на 1200 мАч. На данном аккумуляторе модель способна проехать порядка 40 минут. Зарядное устройство также идет в комплекте, заряжается от обычного блока питания для мобильных телефонов. 5 вольт, там 2 ампера, либо 1 ампер. Заряжается аккумулятор в течение где-то час-полтора, это зависит от вашего блока питания. Гелик бывает белого и черного цвета. На фотографиях еще встречается салатовый гелик, но салатовый гелик у китайцев лично я не видел, не встречал его. Если будут,
то, наверное, парочку салатовых геликов я тоже закажу. Передние фары здесь горят постоянно, поворотников в данной комплектации нету, и сзади фар, по-моему, да, сзади фар здесь тоже нету, но есть место для их установки. Можно поставить светодиоды и подключить сюда фары. Ребят, вот такая информация по данному гелику. Собрал я в кучу всю инфу, которая по нему накопилась. Еще раз, если подвести итог, то тачка годная, тачка стоит своих денег, реально прикольная, интересная. К концу января в нашем магазине будет поступление еще данных моделей. Сейчас мы выйдем на улицу, сделаем нормальную покатуху этого гелика на заряженном аккумуляторе. Давайте посмотрим, что у нас получилось, и в конце видео подведем итог по данной модели. Санек, как тебе гелик? Нормально. Давай, покатаем его немножко. Погнали. Как тебе тачка, Саня? Круто! Класс! Ну что, теперь у нас есть полноценный обзор на гелик. Да, со второго раза мы его сняли, аккумулятор зарядили, все нормально, покатали. Санек нам в этом помог, отлично. Вообще парню тачка понравилась. Единственное, немножечко смущался, стеснялся на видео. Для него это было, наверное, первый опыт видеосъемки, потому что мы поймали его просто на улице. Он гулял с мамой и дали покатать ему тачку. Ребят, Гелендваген. Зачетный за 8-9 тысяч рублей. Цена, конечно же, будет меняться, и меняться будет в сторону роста, потому что все дорожает и цены меняются. За 8-9 тысяч рублей этот гелик, это, по-моему, идеальный вариант для того, чтобы приобрести его вашему ребенку, да и взрослому тоже понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Я желаю всем удачи, всем пока.